Ника, я хочу с тобой дружить. Окей, а почему я хочу с тобой дружить? Потому что я хочу с тобой дружить. Мне кажется, на 5-й или 6-й день рождения своего дитя родители должны удостовериться, что он усвоил одну простую истину. Привет, давай дружить, больше не работает. У взрослых не существует дружбы ради дружбы. Я сейчас скажу неоднозначную вещь, можно тут поспорить в зависимости от того, что вы имеете в виду. Но дружба — это не цель. Дружба — это средство для некого постижения конкретного человека. Это как бы то, что происходит между двумя конкретными людьми, которые хотят вместе взаимодействовать. Поэтому одного вашего желания для дружбы недостаточно. Если я захочу, чтобы это дерево меня обняло, оно же меня не обнимет. Желание не изменяет действительность. Вы пишете мне то, что вы хотите со мной дружить, это совершенно не значит то, что я хочу с вами дружить. Если вы, не знаю, к какому году жизни не поняли то, что дружба — это взаимный интерес, то мне очень жалко то, что вы этого не поняли. Всегда, когда вы хотите с кем-то дружить, задавайте себе вопрос, а хочет ли этот человек со мной дружить? А могу ли я заинтересовать его? А могу ли я быть ему полезен? Равно ли мое свободное время его свободному времени? Почему мне нужно обязательно с ним дружить, и почему я не могу просто бдить за ним, как и бдил раньше? Я очень сильно призываю вас задавать себе такие вопросы. Существует совершенно элементарный метод нахождения друзей. Все, что нужно делать, это делать что-то хорошо. И в определенный момент, если вы не будете этого скрывать, вы обязательно найдете людей, которым тоже нравится это делать, или которые будут вас уважать за то, что вы это делаете, а вам понравится, что делают они. Если вы думаете, то что я еще буду вас об этом расспрашивать, и у меня просто по умолчанию возникнет интерес к вашей ужасно важной личности, то вы очень сильно ошибаетесь. Никому вы не будете интересны автоматически, просто потому что вы есть. Если вам не нравится эта мысль, то засуньте свою голову в землю. Короче, одного вашего желания недостаточно для того, чтобы люди с вами захотели дружить. И когда я вам это говорю, не надо, пожалуйста, писать мне то, что я говно, и то, что я плохой человек. Начните с себя.